29 октября Дворец культуры имени Наймушина приглашает усть-илимцев на торжественное событие, посвященное 105-летию Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. С 14.30 будет работать поэтический фотовернисаж «Юность моя, ты гори, не сгорай», в рамках которого молодые горожане прочтут стихи об усть-илимске, комсомольцах и стройке СЭФ на фоне исторических фотографий города и его строителей. С 15 часов начнется праздничный концерт «Не расстанусь с комсомолом». В программе прозвучат песни советской эпохи в исполнении творческих коллективов дворца. Кроме того, гостей ждут хроникально-документальные кадры кино и встреча с непосредственными участниками событий 50-летней давности – первостроителями. Вход свободный. Для удобства зрителей будут организованы автобусные перевозки. В 14.00 от ГДК «Дружба» до ДК «Наймушина», в 17.00 – обратно. Алена Феоктистова, Антон Емельянов. Информационная программа «Северный город».